И привет, друзья! Алекс Сибу на связи, и сейчас я хочу сделать очень и очень короткий такой зарисовочку, подкаст о том, как в современном обществе мужчин делают мужчин слабыми. Мы знаем, я уже говорил этот тезис, то, что я считаю, что идет просто атака на мужчин, и я хочу сейчас обратить внимание на еще один аспект этой атаки, и это просто кино. Это кино, телевидение, кино. Я давно заметил, что все больше и больше в последнее время в картинах проявляются такие ситуации, где женщина или девушка делают вещи лучше, чем мужчина. И я слышал, я не смотрел, но в «Звездные войны» есть такая сцена, мне говорили, рассказывали, что там мужчина, какой-то парень, не может водить звездолет, и подходит какая-то девушка, и у нее это тут же сразу же получается. Я лично недавно смотрел фильм, где вот прямо сцена, вот показываю вам эту сцену, то есть стоят мужчины, пытаются взбить, стреляют, не могут попасть там в бутылку на расстоянии, подходит девушка, бум, и конечно же, она сразу же попадает. То есть я предлагаю вам обратить внимание на вот эти моменты, они уже становятся настолько привычными, что мы практически не замечаем их. Что очень много в кинотеатрах, в голливудских фильмах продвигается идея о том, что женщины более способны мужчин. Что, ну, не имеет смысла при трезвом, разумном взгляде, это не выдерживает никакой критики. И что я еще заметил? Недавно я смотрел сериалы, и вот действительно очень и очень часто, постоянно, когда мы видим сцены, я прошу вас обратить внимание и просто сказать мне свое мнение, когда мы видим сцены, где разговаривает мужчина и женщина, то очень часто мужчина выглядит таким неуверенным, он сомневается, что мне делать, и женщина ему говорит уверенно, делай это. Вот женщина, пока, когда особенно двое вот беседуют, обратите внимание на эти сцены, где беседуют мужчина и женщина. Женщина выглядит просто уверенно, она знает, что делать, она говорит мужчине, что ему надо делать, ты должен делать так. Последним, это вообще, я смотрел фильм, она ему, женщина говорит, стой, мужчина останавливается, она подходит, его целует. То есть, на что это похоже? Я вот просто, понимаете, мы на самом деле настолько привыкаем к этим вещам, что они уже прокручиваются на уровне бессознательности, что мы знаем, что мальчиков готовят с детства, что они плохие, что они слабые, что девочки более способные. И фильмы, я прошу вас обратить внимание и высказать свое мнение, просто практически в любом фильме, просто гляньте и обращайте внимание, когда мужчина и женщина беседуют, кто из них выглядит более уверенно, или когда на такие сцены, где у мужчины что-то не получается, подходит женщина, и у нее это бам, сразу же получается, и притом практически без подготовки, понимаете? Для мужчины, для того, чтобы мужчине что-то там научиться делать или стать каким-то там профессионалом, специалистом, мужчина в фильмах там долго работает, долго трудится, проходит через череду опыта, обучается, либо тренируется. То есть это долго, мужчина получает вещи долго, как бы с усилием. А женщина, как в фильмах, ей не нужно получать знания, ей не нужно тренироваться. Она подходит и как бы по некоторой естественной такой способности, легкости, с улыбочкой, она бам-бам-бам. А прошу обратить внимание, друзья, был Алексей Бу, всего хорошего вам, до связи.